Кстати, а вот в газетке тест, показывающий, правильно ли вы построили свою оздоровительную систему. Это вам не рецептики по интернету смотреть, а более серьезные вещи. Вот как раз и почитайте 7 этих подпунктов. Оздоровительные законы. Некоторые разъяснения о возникновении болезни. Как раз изменения, происходящие в физическом теле, с позиции жизненных принципов слизи, ветра, желчи. Разбор оздоровительного процесса. От чего возможен упадок сил?